Добрый день, дорогие друзья, добрый день, пользователи канала. Сегодня пятница, 23 июня 2023 года. Я вас приветствую из Ост-Энда. И сегодня, читая американские СМИ, у меня возник вопрос к Пентагону. Кто же все-таки такой пилот погибшего батискафа Стоктон Раш? Это разгильдяй, авантюрист, который в железной бочке с джойстиком направился на морское дно? Или все-таки это выпускник Принстона, выдающийся инженер, изобретатель в области космических технологий, который сотрудничал с НАСА, и за секретами которого они охотились многие годы? Он отказывался делиться своей информацией, он отказывался делиться своими изобретениями, и вот у них появился шанс. Я не имею никаких других объяснений тому, что сейчас происходит.